СПК, вы знаете, является, по сути, единственным институтом развития в регионе. Большинство из них имеют статус национальных компаний. Многие, кто успешно работает в недропользовании, имеют достаточно хорошие результаты. Но большинство, как уже отмечал министр экономики, являются убыточными, хотя возможность и потенциал развития выйти на безубыточную работу в СПК более чем достаточно. Акимы это прекрасно знают. Поэтому в целом, поддерживая представленные подходы по совершенствованию деятельности СПК, надо будет доработать. СПК, по сути, работает у нас в регионах реально где-то 2 года. Потому что переходный период, который вот эти 2 года, он у нас продлится до 2014 года. Следующий этап – это будет пятилетка, 2015-2020 годы. Поэтому с учетом вот новой концепции, я думаю, сохранить статус нацкомпании надо на переходный период. Переходный период должны акимы областей возглавить советы директоров. Иначе СПК так и будет в переходном периоде многие годы. И поставить задачу, что в 2014 году все социальные предпринимательские корпорации должны выйти на безубыточность работы. Это важный аспект, который непосредственно должно быть за ответственностью акима области. Надо будет пересмотреть вопросы, связанные с переназначением руководителя СПК. Это будет в протоколе отмечено. С учетом принятой концепции до конца текущего года пересмотреть и утвердить планы развития каждого СПК. То же самое с Минэком надо будет согласовать все эти вопросы и с другими заинтересованными органами. То есть Министерство экономики продолжит мониторинг и координацию деятельности СПК. И здесь мы поставим вопрос о проведении оценки эффективности их деятельности на центральном уровне. То же самое я предлагаю СПК, руководителей СПК согласовывать в правительстве.